Всем привет, с вами Исхан, игра Код Вейн. Как это иди? На чем мы в прошлый раз остановились? Я что-то забыл? Да, я забыл. На чем мы в прошлый раз остановились-то? Так, телепорт. Так. А, мы воющую пещеру, воющую яму осматривали, да? Ага, понятно. Так, ну-ка. Дары мы можем прокачать? По-моему, нет. Нет, нифига не можем. Кошмар. Так, этот у меня получен уже, да? Этот нет. Здесь у меня чего недостаточно? А, блин, осколки эти надо. Осколки надо. Блин, зараза. Ладно, тогда. Нет, уровень я тоже повысить не могу. Ну тогда мне здесь больше делать, наверное, и нечего, на самом деле. Верно же? Что мне еще интересно? Стимулятор регенерации. Я могу где-нибудь купить стимулятор регенерации или что-нибудь еще, что может быть мне подлечить меня может? Это я навряд ли. Здесь надо узнать. Так, купить. Концентраты хура это не то. Лекарства, избавляющие от отравления, от паралича, блокировки, от замедления. Временно рассеивник светится что-то. От утечки. Дает к ней иммунитет, если применить заранее. Какой еще утечки? Ясно. Значит, ничего нет у меня. Матакина. Печально. Тогда, значит, придется идти. Так, как есть. С тем, что есть, тем идти. Кстати, персер Гермес. Вот он, Гермес. Я так не помню, я его смотрел, нет, что он дает. Сметает врагов ударной волной, возбуждает концентрированный хор. А, я его смотрел, но решил пока его не трогать, этот дар. Ладно, фиг с ним, давайте продолжим исследовать воющую яму. Сейчас сначала придем в первую локацию. На первую, да, мы осмотримся по карте, где нас не было и где нам надо быть. А потом будем думать, куда дальше. Так, карта. Так, на этой половине мы везде были. Здесь. Наверное, лучше надо сейчас переместиться на вторую. И уже от нее мы сейчас будем думать. Пойдем, наверное, налево, где мы там еще не полностью открытая карта. Надо будет открыть ее. Карту до конца. Или попытаться до конца открыть. Туда, в ту сторону пойдем. Ну или постараемся. Вот это что такое? Что такое окровенный пол? Гладиться. А, это эти перемещения. Кровавленный кол позволяет рассеяться с потери дымки, не теряется при применении. Позволяет вернуться к последней Амели без потери дымки, теряется после применения. Переносит вас ближе к бессмертным, с которым вы сотрудничаете в Макарбургском тирском режиме. А, вон что это такое. Ну ясно. Это у нас быстрый такой телепорт на эту кнопочку. Но он нам не нужен сейчас. Не вот сюда. Все верно. Да, сюда, и вот так вот потом попробуем дойти до той метки, которая у нас там Амелу вроде обозначает, нет? Не помню, что обозначает. Так, мы же сюда надо? А, нет, это тупичок. Тупичок, значит, мне надо вот так пройти. Ага. Вот так, от этого избавились. Ох ты, кто еще там? Ах ты, зараза, еще один. Вот зараза, я тебя даже не заметил. Нехороший какой-то. Так,
Правильно иду? Не совсем правильно, но надеюсь. Тот, надеюсь, не сагрится. Тут вроде никого. Блин, я никуда-то не туда иду. Ага. Так, есть, от этого избавились. Мне вот туда надо. Так, здесь... Кто? Так, тут я был. Был же здесь? По-моему, да, я был. Ну, давайте сейчас на всякий случай проверим. Да, я был здесь, сундук открытый. Зря, короче, поднимался сюда. Ну, ладно, так даже лучше. Смогу теперь пройти вот сюда. Мне надо дальше по прямой двигаться. Избавляемся от этого. Так, есть, от этого избавились. Здесь нам делать нечего. Двигаемся еще дальше по прямой. Так, лишь бы никто сейчас неожиданно не напал. Все, вот тут дальше я уже не был. Мне надо вон туда куда-то. Там у нас осколок, я вижу. И здесь вот... Да, здесь я, по-моему, не был нигде. Да, трудно идти, тут не поспоришь. Блин, эти шарики меня пугают. Так, вот эти вот ребята. А? Еще и травануть меня сейчас хотят. Ух ты, шарик на меня напал. Ах ты ж, сука. Так, шарик отстрелила. Нет. Отголосок потери? Понятно, так. А, это не осколок, это увядшая мэл. Отлично, мы подсветили территорию. Ну, вот, в принципе, небольшая часть, ну, можно будет осмотреть сейчас. Да. Тут можно и осмотреться. Так, вон они, шарики, сейчас на нас нападут. Или не нападут. Так, давайте мы его сагрим. Пусть он на меня катится. Давай, а катись на меня, что ты? Только не оба, пожалуйста. Ага. Так, один только покатился, ладно. Заблокировать я, в принципе, могу. Да, могу заблокировать. Хорошо его. Хорошо, его можно заблокировать. Так и будем делать. Будем блокировать. Здесь ничего. Вот он, шарик. Да, иди сюда. Здесь нахрена. Двигаемся дальше. Так, ну там я вижу врага. Да, вот он. Надеюсь, ты один, и второй никто на меня не нападет. Нет, никого нету. Сюда. Опа. Шипзик оставим напоследок. Хотя какая нахуй разница? Давай его сейчас группу, раз мы здесь. Да не, давайте по той стороне обойдем. Посмотрим. Потом с ним будем махаться. Так, вон враг вижу.
Вот это вот этот меч хорошо станет противником, как я посмотрю. Возможно, не всех, но вот те, которые я встречал пока что, он их неплохо станет. Так, ну давай тогда. С этим верзилом сейчас размахаемся. Вот этого не станет нихуя. Вот этого не станет. Это плохо. Нет, немножко может подстанить. Блин. Я поторопился. Блять. Подстава. Протупил я тут, очень хорошо. Ну, давай. Убийца. Подходит для ближнего боя, благодаря управляющим внезапной атакой, вы получили новый код крови, убийца. Это код крови этого... друга нет, друга Якума, короче, забыл, как его задавать. Рики, что-то типа того, короче. У нас его осколки были, осколки воспоминаний, мы его смотрели, но не полностью пока собрали. Теперь у меня есть код крови, его ушли. Хорошо, только зачем он мне нужен? Сейчас он мне пока не нужен, я не буду его менять, сейчас все равно. Так, бегаем, осматриваемся. Я никого не вижу противников. Так, выносливость, выносливость. Здесь кто? Ага, вон вижу противника. Так, там мы были. Вон. Сдохни. Ты один? Нет, кто-то еще? Кого ты стреляла? Я не понял. Куда-то в ту сторону стрельнула зачем-то. Мия, чудная девочка. Как там мы были? Понятно, у меня вот сюда. Так, а что, выходит, я тут все осмотрел, да? Да, здесь все осмотрел. Мне, значит, надо возвращаться. Возвращаться туда, откуда мы начали. Пойдем. Какой панике ты поддаешься, а? Тебе вредно паниковать. Так, давайте-ка мы сделаем вот так вот. Не хочу я много времени тратить на беготню туда-сюда. Где? Я забыл, правда, какой из них? Без потери дымки после применения. Она, блядь, правда, одна у меня такая. Ну и ладно. Погоди. Ладно, не буду тратить, все-таки пойдем. Пешочком пробежимся. Вот сюда надо. Да. Тут противник. Так, сообразить надо, куда мы. Может быть сюда? Нет. Может быть сюда. Ага, согрелся. Так, есть. Материал старого мира мы взяли. Блин, я не понимаю, куда идут? А, я походу не туда свернул. Я вот сюда. Вот так. Да. Все, мы добежали до куда надо. Все, теперь здесь можно у нас сохраниться, снова восстановить все эти лечилки наши. Гляну заодно как раз на код крови убийцы. Вот он. Приглушает издаваемый шум, позволяя незаметно подкрадываться к врагам. Выполняйте быстрый короткий рывок, одновременно, лепарда.
Ну, понятно, что такое себя представит убийца, как бы не то, что мне хотелось бы, на самом деле. Поэтому давайте вот так сделаем. Хотя нет. Сколько мне там надо? Тысяч. 6400. Можно получить. Это что у нас? Повышает силу следующей атаки. Давайте вот это сейчас приобретем. Получить. Так, получено. Повысить. Так. Еще 36 тысяч мне надо, чтобы вот этот навык приобрести. Временно позволяет холодному оружию создавать ударную волну, наносящую дополнительный урон. Так, давайте-ка перераспределим тут. Это у нас что? Повышает силу следующей атаки. Давай вот это поставим. Правда, этим не пользуюсь навыками, ну да ладно. Так, теперь у нас задача какая? Нет, вот сюда вот выбиться. Вот сюда дальше пройти. Да, устройство, конечно, хитрое, но что там дальше нас ждет, я не понял. Узнаем, что нас там дальше ждет. Так, врага я пока не вижу. Активатор MG-109. Это очень полезная штука, наверное, пригодится. Ага. А, я не уклонился! Да почему? Блять, я тупой просто, походу. Блять. Ладно, хер с вами. Куда же мы прибежали? Здесь опять механизм. Ржавый ключ что-то там. Шлюз открылся. Какой шлюз? Не понял, еще раз. Непонятно, про какой шлюз речь была. Думаю, это не там уж. Ох, куда идем-то? Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Так, там я вижу противника. Ну, давай размахаемся с ним. Тут у нас никто не агрится пока. Так, ладно, будем опять методом тыка выяснять, куда нам и надо. Оживите. Погоди. А, вот она, эта кнопочка, блин, ее искал. Где эта кнопочка? Это что у нас? Туда лучше не падать, видимо. Никто не согрелся пока. Вроде бы нет. Блять, напугался. Стену увидел. Стену так вот повернул на стену и испугался сам ее. Это пиздец, блин. Позорище. Так, вот это противник. А,
Так, этого минус. А как сюда? А, сюда с этой стороны. Центрат и порох. Так. Вот с этими ребятками надо размахаться. Главное, чтобы они меня не траванули. Бросок потери. Так, ладно, здесь мы были, здесь мы осмотрели. Теперь вон туда. Кто здесь? Ага. Нам нужен предмет «Орлиный ключ». Бля. Ладно, метку поставили двери, то хорошо. Идем теперь искать орлиный ключ. Где же его искать-то только? Там подъем какой-то непонятный. Ух ты. Не, погоди пока. Пока погоди. Так, а там что-то не, что-то стрёмное там. Да, он тут что-то стрёмное. Ай-яй-яй. Яд нехорошо. Так, никто пока не согрелся. Ух ты, нихуёвенько так-то подстава. Подстава какая. Дай я ударю. Пиздец, это подстава, я вам скажу, блядь. Куда они, пидорасы, выскочили? Вот ненавижу я такие моменты. Ой, как я такой ненавижу. Теперь все заново, блядь, еще искать надо. Кошмар, конкретно подстава была. Так, этого игнорим. Мне нахуй хера не нужен. Ну-ка, надо его заново эту сзади все говорить, что ли? Не, видимо, не надо было. Непонятно, что это вообще такое. Так, мне надо сообразить, куда мне. Окей, давай тогда вот так. Давай, чтобы этот сзади на меня не напал. Куда-то в ту сторону двигаться. Откуда вы, блядь? Откуда они тут? Откуда-то отсюда они вот выскочили. Так, окей. От этого избавились. Пойдем в эту сторону. Кажется, вот это мои души. Моя скотина. Они вон откуда вылезли, да? Скотиняки. Понятно, мы поняли. Вот так сразу. Вон они вылезли. Давайте-ка сейчас мы вас так сделаем. Все, вот так вот вас размахал. И даже урона не получил. Вот так бы всегда, блин. Блин, ну че же их раньше-то не заметил? Голосок потери. Так, теперь надо, походу, с этим размахаться, да? С непонятным вот этим вот, кто это? Кто ты? Кто-то неприятный, видимо. Так, вот неплохо. Ах ты ж, нехорошо получилось.
Даже заблочить не дал тебе его. Блять. Ну что, сейчас его добьет. Мия добьет. А вот орлиный ключ. Предметы и так, так далее, так далее. Предметы, не поместившиеся в инвентарь, мы поняли, что это так значит. Забьем это делом. Так, мне надо тут все смотреть, потом мы будем уже орлиным ключом пользоваться и прочей фигней. Мне тут осмотреться надо. Может быть, что-то пропустил интересное, полезное. Да нет. Надо вон туда глянуть. Вот сюда. Куда это ведет? А тут монстрик вот этот неприятный. Вот так тебе приложил. Есть. Разобрались. Он тут встанет по-любому. По-любому сейчас встанет, да? Не, смотри-ка. Не встал. Ну это, я так понял, просто тупичок. Отлично. Больше нигде ничего не пропустил. Видимо, нет, остается идти к этой двери. Эй-эй-эй. Вот так вот. Минус. Так, отлично. Тоже минус. Двигаемся вот сюда. Знаете, кстати, довольно забавно получается. Здесь можно пробежать же. Никого не сагрев. То есть можно вот тут сейчас подлечиться, восстановиться на всякий случай, на всякий пожарный. А, нет, нельзя. Да, нельзя. Не будем этого делать, пойдем все-таки. Как есть. Yes. Айтане. Ключ задействован. Так, там дальше у нас. Так, вот там я вижу, это либо осколок, либо увядшее мыло. Вот там впереди. О, надо до нее добежать. Да, надо до нее дойти. Чтобы осмотреться. Там, походу, подъем. Давай дойдем до вот того красной мигающей непонятной штуки. Ага. Надо обойти вот здесь. А кто нам тут встретится? Что-то я пока никого не вижу. И это очень странно. Место большое открыто. Ага, вон он, противник. Нету. Ага, это осколок. Осколок убийц. Жаль, я надеялся это амела увядшая, чтобы подсветить карту. Ну, нет. Значит, придется он с тем воевать идти. Пойдем выясним, кто это такой. И какой пиздык он нам устроит. Ах ты, он меня все-таки ударил. Не, фигня. Так вдвоем мы справились. Замшелый ключ мы получили от него. Интересно, девки прошли. Что за замшелый ключ и куда и для чего он нужен? Так, ну здесь, я так понимаю, больше ничего нет. Это территория, поэтому идем. Мы пришли отсюда. Так, давай сюда заглянем. Бока, давай, катись на меня. И я тебя убью. Так, есть. Туда идем или все-таки вон там надо смотреть?
Так, ну здесь подъема нету никакого. Где я видел подъем? То где-то он там видел. Ну, где-то он там видел. Или мне показалось. Да, мне показалось, а где я тогда? Да, где-то я в другом месте видел подъем, значит. А где я, не помню. Ладно, другого пути нету, значит, двигаемся вон туда, в ту сторону. Так, опять. Катись на меня, пожалуйста, согрейся. А то потом неожиданно, когда тебя не ждут, прикатишься. Лучше давай сейчас сразу. Так, есть. Блин, локация такая, глазки устают в этой локации. Кто тут? А, вот эти шумят. Ага. Не понял, с кем ты там махаешься. Блин, я даже и не заметил. Надо от этого избавиться. От отравителя, от этого. Давай так сделаем на всякий случай. Блин, кто там? Чтоб эта собака сдохла, ну, нахуй. Как она меня бесит. Почему эта собака не понимает слово «заткнуться»? Кто мне объяснит? Ладно, фиг с ним. Молитвенная шапка? Что это такое? Кровавая вуаль с ярко-красными вставками. Усиливает дары поддержки тоже. Тоже дары поддержки усиливает. Ну нет, она мне не особо нужна пока что. Я не особо до сих пор понимаю в этих вуалях, какая из них лучше. И как понять, какая тебе нужнее. До сих пор не разберусь. Но надеюсь, когда-нибудь соображу. Такс. Потянуть. Шлюз открылся, изменив уровень воды. Ага. Ясно. Так, а подсвети-то вот эту территорию. Когда ты подсветишь там мне? Откроешь там вот эту. Или я где-то омыло пропустил дальше. Ладно, хер с ним. Так, куда лучше? Сюда или туда? Ну, сюда. Так, есть минус. Материалы старого мира опять. Так, куда мы пойдем? Там осколок убийцы или ветшая мэл. Скорее всего, осколок убийцы. Блин. Ладно, пойдем в эту сторону. Так, ага. Приветик. Ха-ха. Вы меня роняли, теперь я вас уроню. Так, здесь вот опять вижу. Вот так вот тебе. Думаешь, я тебя не замечу? Да, я замечу, поскольку Атланта. Так, здесь нам делать нечего.
Ух ты, прошу прощения. Так. Сюда я не ходил, а сейчас пойду. Там вижу противника. Погоди пока. Кто там на меня согласен? Показалось. Так, от этого избавиться. Так. Надеюсь, никого больше нету? Нету. Отлично. Так, это мы участок осмотрели. Давайте замкнем. Так, это мы осмотрели. Теперь надо двигаться вот сюда. Где-то здесь я видел. Здесь я где-то видел. Или нет, а где я видел? А, вон он, где я видел. Окей. Так. Ух ты! Почему я тебя не заметил? Блин, хоть вовремя заметил. Вот, правда, поздновато, но все равно заметил вовремя. Странно звучит. А где-то... Странно. Куда мне дальше? Где-то вот здесь, да? Был. Или мы его уже убили? А, вон он. Ах ты, ё-моё. Нехорошо получилось. Такс. Ну здесь все, здесь поубивали всех. Надо переходить на другую сторону. Что-то я не понял. Так, вот он тут где-то. Да. Ах ты, скотина. Так, есть, минус. Вот тот сейчас сагрится. Уронила его. Молодец. Не, молодец. А я добью. Ты уронила, а я добью. Нейтрализатор замедления. Какого еще замедления? Кто этими замедлениями получится? Так, погоди. Здесь никто не вылезет. Приветик. Ты один тут был, да? Один на меня сак. Так, туда мне не надо. Я вот что-то пропустил здесь. А, это вон там, вот я уронил человечка, и вон там. Ну, это фигня, короче, будет. Опа. Так. Окей. Не урони меня только, пожалуйста. Блин. Ну, короче, убили. Кое-как, да, убили. О, Хане Мукуро. Что это значит? Хана Муку.
Это оружие. Вот оно. Однолезвийный изогнутый клинок, созданный по типу катаны бессмертным по имени Муко. Пиздец слабенький. Нафиг он мне нужен такой. Хотя... для однолезвийного может быть и нормально. Не понимаю. Мне надо вот сюда идти. Что здесь? Так, здесь ничего. Тут два пути я вижу. Туда и туда. Зачем? Так, что опять вода ушла, да? Огонь рассеивает тьму на вашем пути. А, огонек зажгли. Так. Там куда-то ведет, где я был, похоже. А, нет, не показалось. Ну ладно, давай сюда заглянем. Да, это где? О, Амела. Соседние места отмечены на карте. Давайте сейчас глянем, что там у нас отмечено. А там, получается, мы все прошли. Так, значит, давайте-ка мы сейчас кое-что вот тут вот осмотримся, вот это часто, на всякий случай осмотрим, может, что полезное найдем. И на этом мы, пожалуй, закончим с вами. А, вот мы что полезное нашли. Не сказал бы, что это сильно полезно. Вау. Давай, иди сюда. Это тоже избавились. Никто не нападет? Вроде нет. Прокалывать. Что за прокалывать? Прокалывать. Тонкое копье с острым наконечником. Понятно. Ну пусть будет тоже. Ну ладно, на этом мы, пожалуй, с вами сейчас и закончим. Так, вот, а в следующем видео мы пойдем уже вон туда. И вот на ту дорогу, на ту, короче, пойдем, получается. Ну а сейчас давайте закончим на этом, иначе время-то уже подходит к концу. Видео-то у нас дофига. Ну, кстати, можно же сейчас вот так сделать еще. 36, чтобы дымки было. Еще раз использую. До конца сейчас все используем. Приобретем навык Атланта еще один. За 36 тысяч, который. Есть вот эти. Да. Почему их нельзя вот прям здесь использовать, а? Почему взять надо через быстрый доступ? Так, 36. Все, можно сейчас приобрести навык. Где он, Атлант? Вот он, Атлант, и вот этот вот навык. Да? Время позволяет холодному оружию создать ударную волну, носящую дополнительный урон. Мне неизвестно, зачем он мне нужен, этот навык, но его надо приобрести, чтобы он был. Чисто чтобы был. А вот буду ли я его использовать, это, конечно, вопрос интересный. О, здесь я могу вот эти прокачать, да?
повышать силу иссушения при блоке. Дымки, ну-ка сейчас еще применим. Так, отдохнуть. Получен навык, так. Повысить уровень. А ты можно, возможно, унаследовать дар силы сушения блока. За дымку и требуем материала. Только открыть. Окей. Приобретено. Здесь я не могу ничего привести. Ладно, так, ну-ка. Пассивка. Дар силы сушения. За место чего его можно привести? Так, у меня сейчас стоит вот это. Повышает объем сосредоточения, накапливаемого при получении урона. Оно так-то не особо нужно, а вот это вот может пригодиться. Лучше вот так вот сделаем. Этот ледяной урон мне как раз и не особо-то нужен. Или непонятно, как его использовать, точнее. Я вообще до сих пор сосредоточением не разобрался. Ну да ладно, разберемся когда-нибудь. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.